Ищи подарочек! Слышь, Леночка, а? У меня такое ощущение, что эта бабка Гренни совсем за нами не гонится. Слишком какая-то подозрительная тишина. Толик, но нам здесь долго оставаться нельзя. Мы замерзнем, да и скоро темнеть начнет. Леночка, а давай-ка тихонечко назад пробираться к машине и посмотрим, какая там обстановка. Пошли нам в ту сторону. Только давай будем начеку. Ага, аккуратненько. Давай. О, эти гоблины прошаренные какие. Биту такую же, как у меня, прям в машину вмонтировали. А, так а что там? Не вырывается! О! Ой! По-моему, что-то переключилось! Так! Сейчас попробую на педальку нажать! Может, она поедет? О! Едет! Так а что-то плохо едет эта машина! Так, тормозит что-то. Да ей ты крыта. Плохая машина. Ничего, сейчас разгонимся и поедем как надо по этому лесу. Едет. Поняла. Это за вот эту палку дергать надо. И не только бить можно этих гоблинов, но еще и машиной управлять. О, а вот и хороший съезд. Сейчас сюда и съедем прямо в лес. Неплохо у меня получается эту корыто водить. Но сложновато ездить мимо деревьев. Что-то тут не видать этих гоблинов. И куда-то дальше. Так, и понял, что-то я застряла. Что она не едет? Блин, говорила, точила плохая. И что мне теперь делать? Не едет. Вот это трактор. Лучше транспорт. Это велосипед. Там хоть без всяких моторов. А это... ладно. Не буду. Разбомбила бы. Да, может еще пригодится. Пойду по лесу погуляю. А это пускай тут постоит. Отдохнет. Может быть, наберется сил и потом поедет. А я пока поищу этих ненормальных. О, Толик! Че там, Леночка? Вон дорога! Погнали быстрее! Толик, аккуратнее! Леночка, я не понял, а где машина? Походу, что это то же самое место, где мы ее оставили. Да, так я уверена, что именно здесь стояла машина. Ребята, может, вы видели? Неужели эта бабка Гренни угнала нашу машину? Толик, не говори чушь! Как бабка Гренни умеет ездить на машине? Тем более у нее прав нету, это не она! А куда твоя машина делась? Она что, испарилась что ли, Леночка? Да не знаю, Толик! Короче, Леночка, эта бабка Гренни настолько опасная, нам нужно думать, как отсюда выбраться! Слушай, пошли, наверное, по дороге, так будет безопаснее! Пошли! Да сколько их можно ждать? Неужели машина не нужна? И не идут они сюда. Ладно, может, чуть вглубь леса пойду и там их поищу. Леночка, знаешь что, я тут немножко подумал. По дороге-то опасно идти. Мы в открытом пространстве, а если сейчас Гренни ниоткуда не возьмись выпрыгнет, может, сократим дорогу через лес?
Слушай, Толик, а если эта Гренни в лесу где-нибудь затаилась и нас выжидает? Ну там же тишина была. Да, ну тогда пошли, но будем, опять же, предельно осторожны и аккуратны. Пошли, нам в том направлении. Where are you? Where are you? Ну что, Леночка, никого не видать? Да вроде бы нет. Давай пробираться туда. Только будь осторожен. Я уже голодная. Есть хочу. Надо было с собой Грэндпа брать. Он бы мне помог их найти. А у него нюх лучше. Ладно, надеяться пока только на себя буду. Where are you? Here. No, you. Толик, и куда нам дальше? Леночка, думаю, в ту сторону. Стой! Что? Слышишь? Что я должен слышать? Те же звуки, которые меня вглубь леса увели. Да тебе мерещится, Леночка, ничего тут нету. Давай ускоримся, пошли. Where are you? Where are you? Come on, baby. Come on. Where are you? Where are you? Я же чувствую, что они где-то недалеко. Where are you? Where are you? Быстрее бы выйти уже с этого леса. Да, и кстати, мы сколько прошли, и Гренни не видели. Леночка, а это чё? Это ж машина твоя стоит! Точно! Погнали быстрее! Точно твоя, Леночка, твои номера! Ага, и целая невредимая! Слушай, а кто же ее сюда загнал-то, а? Да я уверен, Леночка, что это Гренни. Походу решила за нами на машине поехать. Застряла, только непонятно, где она сама сейчас бродит. Ну это Гренни! На моей машине, да по лесу! Я, если ее встречу, я с ней разберусь! Ладно, Толик, давай сваливать быстрее отсюда! Подожди, Леночка, а зачем нам сваливать? Бабка Гренни где-то недалеко отсюда. Ага. У меня есть гениальный план. У меня в машине есть одна граната. Давай расправимся с этой бабкой раз и навсегда. Я ее выслежу сейчас где-нибудь здесь в лесу и взорву. Толик, с одной стороны идея зачет. Но если ее укол не взял, если ее скотч не взял, ты думаешь, ее граната возьмет? Надеюсь, Леночка, что да. Но тебя я подвергать опасности не буду. Ты садись, сейчас вытолкаем машину, заводи ее и жди меня на стреме. Я, если что, быстро к тебе прибегу. Как скажешь, Толик, только своей гранатой смотри, не промажь в эту бабку Гренни. Давай, заводи. Давай. Ключ на месте. Слава богу, эта бабка не забрала ключ. Так. О, завелась. Толик, давай, толкай. Давай, Леночка, больше газку, газку. О, отлично, еле вытолкали. Ну все, теперь, ребята, настал момент раз и навсегда расправиться с этой Гренни. Берем мою гранату. Все, Леночка, жди меня здесь. А я тихонечко пошел где-нибудь затаюсь и буду ее выслеживать. Ловушки решили мне поставить. Эти людишки злят меня все больше и больше. Так, ну что, на горизонте никого не видать? Сбегаю-ка туда. Да где же она могла спрятаться? Она не могла так далеко уйти. Так, о! Походу там какие-то звуки слышно. Погнали. И где же они могли запропаститься? Они не могли далеко уйти.
Асия! Опа! О! Ну ничего себе! Так вот же она, Гренни, бродит по лесу! А ну-ка, надо пробираться, тихонечко прослежу за ней! Ну, Гренни, держись! Ты сейчас ответишь у меня за все, что сделала! Гренни! Получи подарочек! Ого! Вот это она разлетелась! Взрыв реальный! Сиреноголовые даже так не разлетались! Ребята, а кому понравилось, как я расправился с этой Гренни, ставьте лайкосики и обязательно смотрите все наши новые серии. Ну а мы погнали с Леночкой домой греться и радоваться расправе над Гренни. Всем пока!